Всем привет на канале Удачман. Сегодня я затрону тему, которая уже стала затихать в умах людей. Коронавирус и всемирная пандемия. Почему я решил обратиться к этой теме? Несколько дней назад по всему интернету в Германии началось брожение умов по причине того, что институт Роберта Коха вынужден был по требованию прокуратуры и Верховного суда выложить все свои протоколы для изучения и проведения следствия по вирусу, по прививкам, по применению вот этих вот масок, двухфильтрных или простых одноразовых масок, и найти виновных. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, мы и так уже потеряли за эту пандемию очень и очень много людей. Многие до сих пор мучаются хроническими заболеваниями. Итак, я когда прочитал некоторые из вот этих вот страниц, предоставленных Верховному суду институтом Роберта Коха, я был в шоке. В течение целого дня я не мог понять, я не мог не то что понять, я не мог сопоставить в голове то, как нас обманывает правительство, которое мы избирали, и как оно манипулирует простыми людьми. Теперь давайте по факту. Я вам буду говорить некоторые пункты, которые я прочитал в этих протоколах, а вы уже делаете выводы сами. Тем более, что очень многие протоколы, просто-напросто текст в них заретуширован черной краской, чтобы невозможно было прочитать, что там на самом деле написано. Пункт первый. Когда 19 марта 2020 года началось повальное заболевание коронавирусом в Китае, Всемирная организация здравоохранения на следующий день объявляет пандемию по всей планете. Немецкое правительство тут же подхватывает этот зов и говорит: да, пандемия объявлена. Это сильнейший вирус, от которого пока еще нет никакой вакцины. И у нас начинается первый карантин. Что пишется в протоколе института Роберта Коха по этому случаю? Во-первых, все искусственные вирусы, создаваемые искусственным путем в биолабораториях, не жизнеспособны. То есть они подвержены рано или поздно, но вымиранию, если они не получают подпитки извне. То есть этот коронавирус один из штаммов. Известно 35 штаммов коронавируса. Тот, который выпустили из лаборатории, COVID-16. Этот вирус, скажем так, жизнеспособен в течение суток. Через сутки он умирает. Поражает дыхательную систему, поражает сердечно-сосудистую систему у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Все симптомы гриппа и воспаления легких. В протоколе института Роберта Коха говорится о том, что достаточно будет содержать дистанцию 1,5 метра до больного коронавирусом, чтобы не заразиться. Однако тогдашний министр здравоохранения Йенс Шпан говорит: нет, мы объявляем карантин, мы объявляем жестокую дистанцию, мы объявляем то, мы объявляем это, люди обязаны быть изолированы. Идем дальше. По количеству вот этих людей, инфицированных коронавирусом, в протоколах заретуширован текст, в котором говорится, сейчас я вам скажу, где ретушь. На следующей неделе количество инфицированных коронавирусом должно подняться с 97 500 человек до 167 275 человек. Дальше идет ретушь и чистый текст. Даст сигнал, когда нужно будет объявить о повышении численности инфицированных коронавирусом людей. Что мы и наблюдали по телевизору, когда ежедневно цифры ползли вперед, это называлось просто-напросто запугиванием своего населения. Наши политики играли
в игру, которую им навязали извне, те, кто проплачивают их работу, те, кто проплачивает их деятельность по уничтожению, скажем так, своего населения. Идем далее. В протоколах Института Роберта Коха пишется следующее. Все вакцины, которые предоставляют фирмы для борьбы с коронавирусом, не могут быть применены для людей в качестве прививки, так как они не прошли клинических испытаний, предписанных правилами и инструкциями. Любая прививка, это уже от меня, любая прививка, прежде чем быть допущенной к рынку или быть допущенной к применению, допустим, у населения, обязана пройти клинические испытания как минимум 2,5-3 года. Это вам скажет любой врач, любой биолог. Эти же прививки, которые были разработаны разными фирмами, вдруг внезапно были рекомендованы опять-таки правительством для применения в качестве вакцины против коронавируса. Идем далее. Институт Роберта Коха сообщает в своих протоколах, что они сами не рекомендуют применять эти прививки в качестве лекарства против коронавируса, так как эти прививки могут вызывать сильнейшие побочные действия. Что делают наши политики? Наши политики говорят, если вы не будете прививаться, к сожалению, вы не имеете права ездить в общественном транспорте, вы не имеете права ходить по магазинам, вы не имеете права ходить на работу, вы не имеете права ни на что. Люди вынуждены были делать себе эти прививки. Многие, кто не хотел делать прививки, они вынуждены были насильственным путем ходить по этим вагончикам и делать себе тесты. Слава богу, тесты хоть были бесплатные. Не надо было платить за эти тесты. Но все равно это лишние нервы, лишняя нервотрепка у людей, которые не хотели прививаться, но вынуждены были делать вот эти вот тесты для того, чтобы спокойно пойти на работу. То, что был хоум-офис у многих людей, это одно. На обычном производстве люди не могли заниматься хоум-офисом, если, к примеру, кто-то работает, допустим, на складе или в магазине, разносит продукты, раскладывает их на полках. Далее, еще один пункт из протоколов Института Роберта Коха о применении масок и дистанции. Достаточно сохранять дистанцию в 1,5 метра, чтобы от инфицированного человека не заразиться этим коронавирусом, так как сам вирус искусственного происхождения и в естественной среде он очень быстро умирает. То есть для подпитки любого искусственно выведенного в лабораторных условиях вируса нужно постоянно, как говорят немцы, нахшуб, то есть его нужно подталкивать, его нужно чем-то подпитывать, какими-то дополнительными штаммами, чтобы этот вирус находился в том состоянии, в котором он был разработан. Но этот вирус меньше чем через сутки, увы, отмирает. Что же делают наше правительство немецкое, в конце концов? Они запугали народ до такой степени, показывая по 1000 раз различные вот эти вот реанимации, показывая людей, которые лежат лицом вниз под аппаратами искусственной вентиляции легких, показывая, как в Италии очень многих людей уже хоронят, и причем в дорогих гробах. Тут говорят, что в Италии за сутки умерло 15 тысяч человек, и тут же показывают в новостях очень дорогие гробы. Каждый гроб стоит минимум 3-5 тысяч евро. Откуда у простых людей такие деньги? И вдруг так много гробов? Откуда? Очень много вопросов было у людей. Но та же самая Урсула фон дер Ляйен, которая кричала с экрана всех телевизоров, что мы не будем лишать населения никаких прав и свобод, мы не будем вас заставлять прививаться, если вы хотите, пожалуйста, делайте себе эту прививку, не хотите, вас никто не заставит. И буквально через пару месяцев все вот это правительство начинает нам говорить,
Ну, вы же сами должны понимать, если у вас нет прививки, если у вас нет теста на коронавирус, вы не имеете права находиться на рабочем месте. Вы не имеете права передвигаться по улицам. Вы не имеете права ходить в театр, в кино, в магазин, никуда. Вы не верите? Лично мне на работе выдавали специальный пропуск для того, чтобы, если вдруг меня остановит полиция на дороге, я мог показать этот пропуск через окно в машине для полицейских, что я имею экстра пропуск для передвижения по дорогам города, так как наша фирма имеет непосредственное отношение к обеспечению жизнедеятельности населения. Это у меня был такой пропуск. Далее, еще больше. Многие политики утверждали, особенно вот этот сегодняшний наш министр здравоохранения с гнилыми зубами Карл Лаутербах, говорил, что он сам уже несколько раз сделал себе эту прививку, и ему стало только лучше. То есть у него он прям чувствует, как у него развиваются в организме антитела. И людей заставляли делать эти прививки. К сожалению, я тоже сделал себе три прививки. Первую, потом две бустерных. Объясняю почему. В то время я работал тренером в школе карате. И для того, чтобы проводить тренировки, я обязан был предоставить доказательства того, что у меня есть защита от коронавируса. Хоть я изначально не хотел делать эти прививки, но потом все-таки подумал, ну, организм здоровый, столько яда в себя постоянно вливаем, одной вакциной хуже не станет. Я сделал себе эти три прививки в течение полутора лет. Иначе я не смог бы ходить на тренировки и преподавать. Многие люди вынуждены были делать прививки. Я знаю своих знакомых учителей в школах. Многие из них на тот момент, когда уже коронавирус проходил и пандемия закрывалась, скажем так, на замок, уже эти учителя имели по 4, по 5 прививок. Их заставляли. В противном случае им грозили увольнением с занимаемой должности, так как они являются собой опасность для учеников в школах, потому что если вдруг у них нет прививки, они могут быть носителем этого коронавируса и передавать его воздушно-капельным путем дальше. Ужасно много становится сейчас известно тех фактов, которые просто-напросто, ну, не хотелось бы этого касаться. И понимаешь, что все эти политики, которые были у власти, они оказались продажными. Они оказались все продажными. Те политики, которые находятся сегодня у власти, они не лучше тех, которые были тогда, когда была вот эта пандемия коронавируса. И заметьте, пандемия была объявлена везде по всему миру, а нам показывали по телевизору Швецию. Швеция сказала, переживем. И в Швеции не было ни карантинов, не было ни закрытий фирм, ничего. По новостям показывали, вроде бы, ну как так, по всему миру пандемия, везде летает этот коронавирус, люди мрут как мухи, а в Швеции люди спокойно гуляют, в парках отдыхают. Несколько стран по всему миру, из почти 200 стран, существующих в мире, в нескольких странах вообще наплевали на этот коронавирус. А именно в Швеции, в Афганистане, в России, в Белоруссии. В Афганистане вообще сделали проще. Как только узнали, что правительство хочет ввести карантины, почему-то правительство скинули военным путем. Талибы пришли к власти. Как пришли талибы к власти, так и коронавирус пропал куда-то в Афганистане. И, естественно, талибов объявили тут же мгновенно террористической организацией, которая якобы представляет собой угрозу демократическому обществу и прогрессивному человечеству на всей планете. Очень много несостыковок, очень много вранья и лжи со стороны правительства, которое проплачено какими-то, как уже говорили, кукловодами, для того, чтобы посмотреть, насколько можно манипулировать своим населением и как быстрее его запугать. Первая репетиция прошла, особенно в Германии, потому что люди законопослушные.
они прекрасно понимают, что если они не будут слушаться своих правителей, то в лучшем случае их оштрафуют, в худшем они загремят за решетку. И в Германии вот эта вот репетиция обусловленных вот этих вот баранов прошла просто идеально. Когда сказали, что нужно сидеть дома, половина страны сидела дома и боялась. Другая половина страны ходила по улицам и проверяла. Если кого-то сейчас увидим, то моли Богу, чтобы у тебя был экстра пропуск для прогулки по улицам. У нас была вот эта вот ерунда, у нас было вот это. Но, к сожалению, тех политиков, которые сейчас находятся у власти, половина населения страны не вымерла, как мухи. Вот вам еще одна информация к размышлению, почему сейчас в Германию так много приходит мигрантов из разных азиатских стран. Они хотят заменить этими мигрантами отсутствующие места тех людей, которые во время коронавируса умерли. Я уже в начале видео вам говорил, коронавирус в первую очередь поражал, и причем очень сильно поражал людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы или сердечно-сосудистой. Все остальные здоровые, даже после тех трех прививок, которые я добровольно сделал себе, даже после этих трех прививок я все равно заболел. Через несколько месяцев я заболел коронавирусом. Симптомы были, голова болела, да, голова болела, но я чувствовал себя нормально, температура едва-едва поднималась до 37, я вынужден был несколько дней сидеть дома на больничном. Но потом я вышел на работу, и все нормально. Эти прививки, после того, когда я понял, что эти прививки нифига не дают, уже было поздно. Один из моих коллег на работе, он не прививался, он противился до конца, до последнего, до победного. Он ни одной прививки не сделал. Он вынужден был по утрам бегать в эти вагончики, делать себе тесты на коронавирус и на следующий день утром приходить на работу. Он не сделал ни одной прививки. Но его тоже рубанул коронавирус. Он неделю пролежал дома. Сильнейшие головные боли, температура была под 40. Что из себя представляет вот эта вот прививка от коронавируса? Модифицированная вакцина против гриппа и пневмонии. Вот и все. А то, что нам говорили, что как в России спутник ФАУ или еще что-то, они не действуют против этих вирусов, так же как прививка против гриппа. Прививка против гриппа создается на штамме вируса гриппа, который был в этом году, зимой, в конце зимы. На основе этого штамма создается прививка против гриппа. Тот грипп, который будет в следующем году, эта прививка его не убьет. Она смягчит симптомы заболевания. Кому-то помогает прививка, кто-то здоровый, кому-то не помогает прививка. Но против той болезни, которая вдруг внезапно пришла сегодня, вакцины нет. И наши политики все это прекрасно понимали. Даже в этих протоколах от института Роберта Коха писалось о применении вот этих вот масок, одноразовых или двухфильтрных. Что если постоянно носить эти маски, то иммунитет человека слабнет, получая чистый воздух в легкие. Потом любой маленький простудный вирус может ударить по организму человека так, как это делает вирус гриппа. До сих пор многие люди страдают хроническими заболеваниями после этого вируса. До сих пор у многие люди страдают сердцем. Участились в Германии случаи воспаления сердечной мышцы, от которой... Ну, нету пока никакой вакцины, но люди умирают. Вот так. Я вот хотел в этом видеовыпуске вам рассказать о том, что институт Роберта Коха вынужден был выложить вот эти вот все тексты протоколов. И сейчас весь интернет, просто немецкий интернет, бурлит по этим протоколам. Все возмущаются. К чему это приведет? Было бы неплохо, если бы правительство подало в отставку. Даже то, которое сегодня мы имеем. Потому что в этой стране уже доверять практически некому.
Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, нажать на колокольчик. Ну и, конечно же, не болейте. Всем удачи, пока.